Всем привет! Вот сегодня решил прийти заготовить корзиночек нареза девисила. Я в прошлом видео вам показывал, какие корзинки. Птица хорошо их взяла. В общем, все корзиночки выклевала. Вот сейчас идем заготавливать эти корзиночки. Ну, немножко. Вот такая речка у нас тут небольшая. Называется Грушевка. Вот сейчас пойдем заготавливать. Вот был мостик вот здесь, видите. Этому мосту, ну сколько я себя помню, лет, наверное, 30 ему. Да если не больше. Стоял, все нормально, еще коммунисты делали. Видно, что из рельсов все это сделано. Ну, предприимчивые люди, в кавычках, так сказать, взяли, разобрали, сдали на металлолом. И про выпили, короче. Вот сейчас сделали вот такой. Мы попробуем перейти, если не упадем в эту речку. Все, перешли. Тут сразу недалеко. Вот он, девисил, показываю вам. Вот самое то, что сейчас его и собирать. Дальше немножко видно один из бодягов. Не знаю, получится ли здесь пройти. Тут не яма, чтобы мне туда не провалиться. Ну, вот такие вот дела. Нет, вроде не яма. Мне хватит здесь нарезать. Вот покажу вдаль, вот его видно, он такими с белыми еще шапочками. Тоже хорошо едят, но от него пуха, кстати, очень и очень много. Вот он, девисил. Вот они, соплодья его, корзиночки. Хорошо берет птица его.